Вместе с тем, из областного гидрометеоцентра поступило предупреждение о том, что в большинстве районов нашего региона с 23 по 25 июля ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. МЧС напоминает населению, необходимо избегать разжигания костров. На полях, в лесу не следует бросать непотушенные сигареты в траву. Любая неосторожность может стать причиной гибели людей, а также невосполнимой потери лесного массива.